Маша, поскольку мне сегодня тут захотела так кукурузную палочку взяла. Тесто слоеное сейчас. Пиццу сделаю. Это взяла перекусить своим вкусняшечку. И пиццу решила. Что-то я уже сначала взяла, а потом тесто слоеное взяла, чтобы пиццу сделать. Что это? Приправа для плова. Такие две взяла из оси по акции 99 рублей. Бананчики взяла. Маме таблеточки взяла. Перец вот такой. Я его за чего беру? Перчик такой, потому что он ароматный, но не острый. И мне нравится, я перчу. А сильно острый перец я не люблю. Так что, ну еще, знаете, иногда пачка пачкой бывает разные. Надо такой крепкий, я как перцану с ним. Так, по чеку 795 рублей. Какие цены у нас в Омске? Кому интересно. Самса вот считает 35 рублей. Это вообще недорого. А хачапури вот 37 рублей. Я считаю, что это недорого. Симферополь вообще очень дорого. И выпечка, я про выпечку. И майонез этот по акции. Вкусненький. Наши покупочки на сегодня. Не забываем ставить пальчик вверху. Ну и подписываться на канал. Наша покупка на сегодня. Чуть сегодня зашла. Обычно всегда такие беру чокопайки. Не люблю другие. Тут увидела такие по акции. Ну, думаю, возьму, попробую. Пускай будет. Так, вот это для желудочка себе таблетки. Это витаминки взяла. Пить батон взяла. А это подарочек Димулечке. Сейчас покажу. И селедочку вот такую вот захотела. Наша покупка на сегодня. Я здесь сейчас открою. Такая вот погремушечка. Ой, классно. Я ее уже открывала. Супер. Наша покупка на сегодня. Наша покупка на сегодня. Взяла молочко. Хлебушек беленький, хлебушек серый. Так, наша покупочка на сегодня. Так, такой перчик взяла. 250 рублей килограмм. Одной штучка. Огурчики. Да-да-да. А сколько огурцы стоят, интересно? Я их брала в магните. Ну-ка, глянь, Олечка. Ни хера не вижу. Рядом возле телефона. Где у меня огурцы? 219. О, огурцы 219. Они такие пупырчатые и вообще хорошие. Так, сейчас помидоры найду. Где помидоры? Ой, ну-ка, посвети. Ни хера не вижу. Огурцы. Где помидоры? Вообще не вижу, представьте, вообще не вижу. Батюшки, ну-ка давайте, что, хлеб. Что это, смесь для... Угу, цыпленок. Судинуться, сыр. Лапша. Магнит, томатная паста. Жаворонок, сыр плавленый. Моя цена, крабовые палочки, огурцы. Затрой, какао натуральный. А, томаты, ядрит Мадрид, я ищу помидоры. Томаты 239. Во, помидорчики 239. Это томаты. Вы знали? Томаты. А я помидоры ищу. Так, какао все-таки нашла вкусненький, который я люблю. Это я буду тортик печь. Так, это макарошки. Буду пасту делать, сыночка просил. Два батона. Крабовые палочки, салат буду делать. Корейская морковь тоже будет салатик у меня такой. Это для бургеров. Такие вот штучки взяла. Морковча. Томатная паста. В общем, я помню, я брала ее, мне она понравилась. Короче, она стоит 99 рублей, а помидорка стоит 169. Думаю, 69 не буду я переплачивать. Возьму эту, нормально будет. Макако. Это что? Хлебушек кишиневский. Приправа это для пасты. Капусточка. Сейчас буду борщ херачить. Ай-нам-нам-нам. Ветчина. Индейки, мясо индейки. Ветчина из грудинки. Кстати, не взяла чек. Чего она стоит, не знаю, я ее кбышки брала. Так, творожный сыр такой. Вдруг я суши захочу сделать. Я его знаю, взяла на всякий случай, он по акции. Укропчик. Что это? А, хлеб я уже показала. Курочку взяла большую. Я сейчас замариную, буду в духовочке ее делать. И костюмчик вот такой сейчас покажу. Себе взяла бомбина. Так, здесь показываю еще чехол для телефона. Красненький чехол. Он у меня уже одет, красивенький.
наша покупочка на сегодня, а костюм покажу сейчас. Показываю, ребят, вот такой вельветовый костюмчик на лето, вообще бомбический. Это наша покупочка, дари дань дань. Сняла все-таки чехол показать. Вот такой чехол, кисточка, смотрите, какая миленькая. Это у меня на телефоне он уже. Наша покупка на сегодня, взяла бананчик, хлебушек, серенький, беленький, яблочек. Шоколадки на кассе лежали по акции. Взяла сырочек такой, молочко, яйца. Наша покупочка 797 рублей 97 копеек. Цены город Омск. Не забываем ставить пальчик вверх и подписываться на канал. Наша покупка на сегодня фарш и вот такие вот булочки для гамбургеров.